Всем привет, ребятки! Обзор игры Ember Reach. Так, как видим, игра на английском языке. Symbol Power, Rune Mode, Challenge Mode, Story Mode, Rune Mode. Так, что это такое? Это каменный голем, простой обычный голем, да? Что это? Выбор, выбор персонажа какого-то. Вот, допустим, давайте выберем, не знаю, скелетон, да? Пойдет? Как начать? Continue. А, или его нельзя пока выбирать? Да. То есть, так, пиромант, Блейз, так, рыцарь, ясно. Лучник. Эмбар. Так, пошаговые бои. Ау, давно мы. Сразу вспоминаю герой третий. А, что здесь происходит? Атака, да? Атака. А где кто? Почему? Я не вижу ни одного. О, наконец-то. Это ты враг? Ты мне не враг. На-на-на-на-на. Я с тобой не дружу. Я не понимаю. А, врагов, по сути, я не вижу. Нету. Чё, друг друга бить? Обалдеть. Пропустить ход. Я не понимаю, чутка. Да я бы сказал, не чутка, я совсем не понимаю. А, выход, вот он, да? Ясно. Дальше есть. Что-то мы собираем, якобы. О, наконец-то бой. Так, есть у нас лучник. Прекрасно. Не достает лучник ни хрена. А, нет, достает. Прекрасно. Вау. Может им все-таки переждать, я не знаю. Вот. Next hero. Защищайся. Так, есть маг. Что он сделал? Он улучшение сделал? Ну, обычный выстрел, ясно. А, я думал, ему ходить надо, они так бьют. Блин. Одни промахи, капец. Опять промах. О, 46. Маг больше всех урон наносит. Урона и промахнется. А, нет, убил, отлично. Ну, может, попадем? Да. Вот говно. Промахнулся. Блин, бесит то, что на английском языке, ну честно.
Раздражает меня. Почему не делает на русском? Было бы очень круто. Здесь по-любому, как всегда, жесткие возможности. Маг больше всех наносит урона, вообще прям сразу. Отлично, мы всех загасили. Так, одна хилка и пять каких-то битали, дули, дули. А, вот новые какие-то таланты, что ли. Только я не знаю, кому это и что это. Это, скорее всего, мечом. А, у них еще и жизнь не восстанавливается. Вот в чем проблема. Мага сразу выносим, или кто это, чернокнижник? Так, эффект дамага. А, это масуха, ясно, я понял. Так, хорошо. Это что такое? В смысле, что стрела рикошет? Урона. Шар 57. У них очень, они очень быстро ходят, на самом деле. Отлично. Прекрасно. Ну так, покоцали, конечно, более-менее, но опять же... О-о-о! Тут еще всяких вкусняшек накидано. А куда это? Ну вот они дают их, да? Для чего это все? Интересно, кто выйдет будет. Вот это жесткий. Это прям обалдеть. Только у мага это мощнее выходит, получается. Вот, тоже жесткий, 250. 147, странно, я не понимаю, как он выносит, как он бьет это. Так, есть еще на меч. Нормально. Так, давайте массанем. Сто сорок сразу. Ну, жесткие карты такие, да, навыки. Напугал коня.
по 25, ну да. Твари. То есть их получается, они не нужны здесь лишние. Одну взять и все получается. Так, какой-то костер. А, костер полностью восполняет жизнь. И все, мы дошли, получается, здесь до гребаного финала. Здесь дверок никаких нету, да? Вот она как. Так, и чё, просто простым выстрелом? 25 маловато. Естественно, промах, ёб твою мать. Блин, ну в принципе понятно все. Это же, не знаю, у меня нет слов. Так, карта. Карта проста. Инвентарь. Это получается есть инвентарь. Вот оно. Карта. И настройки. Больше ничего нет. То есть даже получается ни прокачки данных героев, ни хрена ничего реально нет. Все. Три функции. Энциклопедия еще есть. Вообще как-то не особо оптимизировано, если честно. Так, ну есть воркшоп, поддерживает мультиплеер. То есть сейчас он в данный момент не работает, потому что она еще сырая совсем. Но в принципе, ребятки, думайте сами, конечно же. Для меня огромный минус — это всегда отсутствие русского языка. Да, скажете, изучаю английский и тому подобное, будет проще. Да, я изучаю потихоньку, но пока все равно пусть путем это все за раз, тем более когда тексты читать, все это не особо для меня это понятно. Одно слово знакомое видишь и все, то есть видите, не поддерживать никак. В принципе, думайте сами. Геймплей посмотрели, шаговый бой, графика, наверное, ретро какой-то в стиле героев третьих, наверное, даже еще похуже, наверное, не знаю. Поэтому в любом случае ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал и ждите следующие обзоры. Всем спасибо, всем пока.